первых числах сентября ежегодно сотрудники МЧС проводят уроки безопасности во всех школах Ленинского района. Учебная тревога – один из способов побывать в экстремальных условиях и научиться действовать правильно. Так, в Видновской школе номер 11 состоялась тренировка экстренных служб и персонала в условиях угрозы совершения террористического акта. Ошибки в течение всех тренировок, они случаются и являются не единичными. Основная цель наших тренировок – именно научить правильности действий, чтобы в реальной ситуации их не допускать. На сегодняшний день, к сожалению, угроза террора очень велика. Любой человек, взрослый или ребенок, должен знать, как правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации. На плановой тренировке в одной из раздевалок школы обнаружили подозрительный предмет. Первым делом сообщили в службу спасения. Добрый день. Охранник школы номер 11. Московская область, деревня Сапронова, квартал Северный, микрорайон Куперенко, дом 26. Записали? Сотрудники экстренной службы моментально прибыли на место, где провели тщательный осмотр помещения, а учащихся эвакуировали. Внимание! Персонал и обучающиеся 11-й школы. Объявляется эвакуация. Просьба сохранять спокойствие и дисциплину. После проведения плановой тренировки сотрудники МЧС подвели итоги эвакуации, разобрали ошибки, а также запланировали на ближайшее время провести такой урок еще раз, чтобы педагоги и персонал школы смогли закрепить полученные знания.